Народ, всем привет. Записываю новый видосик. Сейчас, наверное, буду задыхаться, пока буду бежать. На улице, как говорят, бушует коронавирус. Так сказать, репортаж веду из Санкт-Петербурга. Что я могу сказать? Народ гуляет, как я. Сейчас иду на групповуху, потому что я уже засиделся дома, хочу трахаться, я устал. Вот. Это так просто к слову, для кого это я делаю, не за деньги, потому что... Просто хочется расслабиться, различно. Там будут всякие нюансы, всякие интересные моменты. Озеро Волга. Вон сколько народу бегает, гуляет. Коронавирус никому ни почем. Если честно говоря, меня уже это заебало. Потому что сидеть дома постоянно, я просто шалею. Сейчас получаю дополнительных два образования. Спортивного массажиста и фитнес-тренера. Так что буду тренировать людей. Устраивать их тела. Сейчас вот топаю на эту вечеринку. Она ранняя, но... Сколько народу. Вот. Машин. Бегунов, блядь. Сидится, сука, никому дома. Вот. Вот еще здесь озеро. Еще видим, что такое вездорожье камышом. Ой. Так что так, один я уже раз отсюда видосик вел. Это для Инстаграма. Так что такие вот пирожки. Сложно что-то рассказывать, потому что все идут, пялятся, блядь, пиздец. Народ у нас неадекватный. Специфически относятся к сильно спорноблогеру. Вот. Так что вот так. В общем, пожелайте мне успехов. Будет классная вечеринка, я надеюсь. Так что вот так. Ну, до встречи на моем канале.